начинаем. Мы продолжаем нашу трансляцию из клуба «Трамплин» в программе «Живьем». Я представляю вам наших следующих гостей. Это группа «Hula Hoop». Звучало такое небольшое интро из фильма «Тарантино». Из какого фильма? «Криминальное чтиво», если я не ошибаюсь. Наша сегодняшняя программа называется «Тарантино Пати». Все песни, которые будут эти мелодии исполнять, они из фильмов «Тарантино». Нет, столько «Тарантино» не мог написать за всю свою недолгую карьеру. Быстрые будут, чуть-чуть медленных будут со словами, инструментальных много композиций. Я имею в виду, частично программа будет состоять из песен Тарантино, а частично... Да, а частично других авторов. Например, такой знаменитый американский священнослужитель, преподобный Хортон Хит. Он вот написал следующую как раз песню, мы собираемся исполнять. Я про нее расскажу чуть-чуть? Да, конечно. Если вопросов больше, да? Вот. Песня посвящена женщине, песня признания, она называется, повторяю, написал ее преподобный Хортон Хит, она называется «Детка, я нажрался».
Наверное, такая вот песня как-то соответствует все-таки преподобному своему автору. А, вы просто знаете, у него других песен, да? Господи, конечно, другие песни. Тут телевидение, преподобному жизнь ведет он преподобный. А, у нас в чате вопрос. В чем секрет успеха группы «Хула Хуп»? Барабанщики. Find a gun and have a blue shade.
Это жанр в Париже и Сицилии. По-моему, сейчас цену кайф вот такую сигарету будет. Нет, это уже от заката до рассвета. Нет, на этом начнем. Это да. Из всех! Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Дайте следующий. Нет, вы на это отвечаете. Да, там у меня речь не готовлена, но, к сожалению. А какие еще у меня фильмы? Джеки Браун, Убить Билла, Убить Билла 2, А закат до рассвета 3, 4, 5. Пешдесы, например. А? Пешдесы. Да, но там с музыкой не очень. Четыре комнаты. Вот там с музыкой хорошо, да. Но мы тут не играем ничего. Почему? Ну так исторически сложилось. Там много всяких ксилофонов, литавра, ну, очень ограниченных средств. Такой прямо барабанщик, он нам так хорошо, да, на своей музыке не снялся. Да. Что ксилофон литавра не изобразил. Я могу изобразить. Но не более того. А из какого фильма Тарантино будет следующая песня? Барабанщика, из какого фильма Тарантино? Я даже не уверен, что она звучала в фильме Тарантино, это следующая песня. А где она звучала? Криминальное чтиво, блин! Хорошо, вот молодой человек показывает криминальное чтиво, блин. Два! Вспоминайте.
у вас есть? Есть. Есть. Мы даже одну. Больше вам, честно, не стоит. Одну мы сегодня сыграем. Одну автора? Да. А кем написано? Ну как вы думаете, а? Барабанщик. Барабанщик, встань, поклонись, как автор. Прямо сейчас. Да, мы прямо сейчас. Мы узнаем, как авторский пешеход. Песня сочинена
уже наконец не барабанщиком. Зачем его дело? Куда ты меня понесли? Это очень милая, добрая, душевная песня, называется «Заткнись, веди машину». Там должны прям такие слова. Thank you.
фильмом «Криминальное чтиво», кроме что под этот знаменитый твист танцевали Ума Турман и Джо Траволта. А вот ту песенку, под которую я танцевала, подумала, Ума Турман, вы поете? Она нам все плохо кончилась, по-моему, она передознулась после этой песни, мы опасаемся ее исполнять. Я даже ее слушать побаиваюсь. Ну, очень красивая. Да, да, да. Вы ее не поете. Ну, а потом все дела. Но это же не от песни зависит, это как бы вот. Стоит ли рисковать? А, вопрос в зале у нас есть? Есть! Опа-на. Иду к вопросу. Хотел бы спросить, а как вы относитесь к группам, которые пародируют ваше творчество? Например, ты Тарантул, наверное, да? Нет, нет. Даст градус. Да? А мы о них даже... Да. Вы мне прям просили. У меня только что самооценка вот выросла, грандиозно. Кто-то у нас... Нет, таких, как я, нету двух. Это невозможно. На самом деле, если говорить серьезно... Как вы это делаете серьезнее? Пародия – это первый признак популярности. Значит, нам все удалось. Спасибо. Еще вопросы есть? Тишина. Тогда, наверное, у группы Кул А. Вопрос в черном был, теперь вопрос в белом. Я сразу извиняюсь, но все-таки очень заинтересовало, что с саксофонисткой стало? Ну, кроме того, что она унесла саксофон с собой. Мы не смотрели. Очень смотрели внимательно, больше она ничего не унесла. Спасибо. Отлично, отлично. Она занимается сольной карьерой, чтобы никто не подумал, у нас хорошие отношения. Она занимается сольной карьерой, в общем, и, ну, все. А мы занимаемся сольной карьерой, в свою очередь. На самом деле, два вопроса. Вопрос первый, можно еще пиво? Да, ответ. Вопрос второй, как вы относитесь к авторским правам и как они относятся к вам? Ну... Нет, это на всякий случай, я... У нас, Василий Петрович, благо запись идет. Мало того, на самом деле, снова, нет, насколько я вспомню... У нас есть генеральный наш директор, который занимается... Он за все отвечает. Он, да, занимается отмывкой всех авторских, смертных, всяких прочих прав. Так что все, что вы слышите сейчас, это абсолютно легально. Ну да, типа того. Я тоже за легализацию. Вот. А за все сидит билет, как всегда. Всегда. Ну, тогда мы слушаем следующую песню. Из какого фильма будет песня? Следующая песня из фильма... Черт, забыл опять. Из какого хорошего фильма, но она вообще очень грустная песня. Мы еще не играли сегодня грустных песен, но сейчас мы сыграем грустную песню. Cause he missed the scenery, the native dances and the shining songs. But when I meet you, South Golly.
Вопросы чем дальше, тем каждый, я лучше песню. Да, давайте песню.
ночи у нас не так давно звучала такая итальянская песня, и я заметил, что многим понравилась итальянская, да? И вот сейчас будет еще одна итальянская народная песня про того юношу, который попал, да, кстати, из кинофильма, про того юношу попал, который из Неаполя прямо в бурное море, а ему бедная девушка ждала, он ей нужно было в общем, все умерли. Разал просит. Хорошо. Как там в
фильме было, в фильме слова были, плохого надел. А, шарики могли двигаться и на налево. Thank you.
тоже возьмет эту песенку в какой-нибудь свой новый фильм. А вы думаете, почему? Так давно фильмов не выпускал, он все думает. Мне кажется, после этой композиции, по мнению молодого человека в заднем ряду, он должен понять, что Тарантино персонаж мультипликационный. Да, здорово, аниматоров кино. Шоу-бизнес. Так, вот что-то... сделал вопрос. Из фильма «Убить Билла» мы что-нибудь услышим? Не знаю. Вы играете вы, поэтому... В этом смысле? Сыграете, что ли? У нас только все намечено, там, «Бег за мешка», там... Нет, давайте из другого фильма мы вам сыграем сейчас. Значит, мне уже, оператор Машечка, у нас осталось 5 минут прямой трансляции, поэтому... Если в зале есть вопросы, есть последний... Песню! То есть вопросов в зале не будет. Никто не воспользуется последним шансом задать вопрос. Я думаю, что они не уходят. Тогда мы слушаем финальную песню в нашем эфире. Что это будет за песня? Из кинофильма. Тарантино. Из какого кинофильма? Тарантино. Нет. Название кинофильма. Хорошо, пока. Хорошо, пока. Уже были на концерте. Будет угадывать, что же это будет за песня. Я хочу поблагодарить группу Hula Hoop за их сегодняшнее выступление в нашем прямом эфире. Thank you.
уже бесплатно совсем.